Всем лучи добра, друзья, с вами Волкофрения. Вскоре присоединится ко мне Кактус, а это GTA 5 Invicta Roleplay. Ребята, да, это, черт возьми, Roleplay сервер, и сегодня мы будем смотреть, что же здесь уже есть, какую-то часть в этом ролике мы посмотрим, ну а самое интересное еще, конечно же, впереди. Итак, давайте посмотрим. Ссылочка будет в описании на сервер, он разрабатывается, уже очень много чего готово. Начнем с редактора. Начнем с редактора персонажа, он очень даже, кстати, функциональный. Давайте с вами вместе разбирать. Редактор персонажа версия 2.0. Пол мужской, пол женский. Ух ты. Сразу нам дают просто лысенького персонажа, ну ладно. Давайте переключим на мужского. Посмотрим, что у нас, какого можно мужичка создать. Наследственность. Работает? Наследственность работает. Серьезно? Так, да, действительно работает, ребята. Это же очень круто. Джеффри. Питер. Давайте их какого-нибудь нормального создадим. А персонажа мы будем отыгрывать роль. Отыгрывать роль персонажа Тони Деволка. Это будет... Я вам попозже расскажу, кто это будет. Интересный персонаж, да. Будем полностью погружаться в ролплей, в GTA 5. Это будет очень круто. Так, давайте нормального, надо похожего персонажа на супер-супер крутого грабителя вообще мира всего, самого известного вора в истории, вора, точнее. Так, ну, смотрите, на самом деле, Чарльз, Томас, Джеффри... Нормально, есть из чего выбрать, это очень круто. Так, давайте возьмем вот этого персонажа. Джеффри, нормально, нормально. Мама, Донна, Бриана. Ух, глазище. Можно повернуть его влево, видите, вправо. Типа он идет, круто. Можно посмотреть и так. Да, здорово. Сейчас какую-нибудь мамочку выберем. Глазастый персонаж. Марта. Барбара. Что-то с глазом не так, да? С глазом, у Барбары проблема какая-то была с левым глазом явно. Поэтому опустим. Донну давайте оставим. Внешний вид 50 на 50. О, господи! Можно мужику сделать лицо мамки. Ребята, если вы хотели всегда лицо мамки, то это вот точно для вас. Invicta Roleplay, друзья, не забудьте. Ссылочка будет в описании. Ребята стараются вообще очень круто. 50 на 50. Не, давайте все-таки по отцу сделаем. Как-то 50 на 50 непонятно, если честно. Европеоидная раса. Негроидная, негроидная, монголоидная. Не, не монгол. Давайте Европа, лысый. Выбираем причесочку. Даже прически есть, уже доступны. Круто. Смотрите, давайте посмотрим. Вот она, моя любимая прическа, панк. Это круто. Так, панк хорошо. Панк есть, что еще здесь есть? Просто смотрим, какие есть причесочки. На самом деле выбор большой. Выбор большой уже причесок, это очень круто. О, прям классно, Киркоров. Ладно, давайте возьмем себе панка. Мне кажется, это будет супер. Как раз для... Сохранить и продолжить. Все, ребята. Это был редактор персонажа, уже готовый рабочий редактор персонажа в GTA Roleplay, ребята, в GTA 5 Roleplay, Invicta Roleplay, друзья, сервер. Вот вы представляете, да? Вы представляете, уже редактор даже готов. И это еще не все, и это еще не все, что здесь готово. Вот он у нас, наследие, так, лицо, лицо, так, подождите, еще лицо, цвет волос, какой будем делать? Возьмем цветик... Да не черный, я черный. Ну, в смысле, цвет волос черный. Бровки. Бровки, бровки. Да что ты не трясись, нормально. Все хорошо, бро. Он просто не может на месте стоять. Немного... Волнуется. Немного волнуется, так. Давай бровки тебе нормально сделаем. Мужские бровки. Надо, что-то все женские какие-то. Вот, такие, цвет глаз.
Цвет глаз сделаем. Пятый вариантик. Нет. Давайте, давайте третий цвет. Синенький, такой голубой. Дефекты. Не, дефекты не надо нам. Борода. Но вот бороду можно. Бороду можно придумать сейчас. Какую-нибудь... Смотрите, сколько видов бороды, это же круто. Такие даже, я таких бородочек даже в GTA Online что-то не помню, если честно. Круто. Идет такой, так. Бакенбарды, клево, клево. Просто седину надо сделать, точнее, просто такую щетиночку сделать. Во, нормально, морщины. Морщины не надо, у нас молодой парень. Пигментация тоже не надо, пятна на лице зачем? Сохраняем. Неплохо пока получаются характеристики. Рабочие характеристики. Так, лоб. Выступающий. Так, лоб, глаза, нос. Большой. Маленький. Давайте нос сделаем маленький. Носик. Носик маленький, длина носа. Выгнутый. Такой, не-не-не. Выгнутый, давай. Чё ты лыбишься-то? Кончик носа оставим в покое, я думаю. Стандарт оставим. Так, скулы. Оставим стандарт. Щеки. Толстые. Оставим стандарт. Губы. Ой, большие губы какие. Оставим стандарт. Накрашенные. Блестят уже почему-то. Круглая челюсть. Стандарт оставим. Так, профиль подбородка. Форма подбородка. Оставим стандарт. Все это здесь готово. Тело. Грудь. Ой. Там какие-то... штуки. Появляются родинки там всякие. Волосы на груди. Так. Ох ты, отличное волосатое дерево на груди. Потрясающе. Так, много волос. Много. Еще больше. Еще просто. О, весь волосатый. Волосы можно в форме лифчика можно. Волосы в форме молнии. Это ж сердец. Да ладно, ребята. Вы серьезно, черт возьми. Вы серьезно. Форма черепка. На сосках не хочу волосы делать. Давайте оставим стандарт. Все-таки... обувь. Так, обувь. Ну, обувь, в принципе, мне кеды нравились. Кеды были неплохие очень даже, да? Кеды оставим. Так, штаны. И мы, видите, да, не в роли бомжа появимся, как в Сампе, например, да, в нормальной одежде, нормальным парнем обычным, который приехал сюда. И начал свою жизнь с нуля, грубо говоря, по-новому. Так, я даже не знаю, какие штанишки взять. Брючки неплохие, в принципе, смотрятся. Давайте возьмем... вот такие брючки давайте, штанцы возьмем. Верхняя одежда. Так, о, голубая футболочка, мне нравятся голубые футболочки, ничего не подумайте, просто нравится синий и голубой цвет. Просто есть всякие поло, рубашечка. Да, черную рубаху надо взять, а штаны тогда надо поменять какие-нибудь. Хотя не, я сам, брюки нормальные были. Вот так оставим, сохранить и продолжить. Все, ребята, это был редактор персонажа, редактор персонажа. И наш персонаж готов, друзья. Да готов. И вроде даже смотрится неплохо. Очень неплохо. Все круто, по-моему. Да. Все, по-моему, очень круто. Давайте попробуем сделать. Вот так. Неплохо, неплохо. Все, друзья, это у нас был редактор персонажа в GTA Invicta Roleplay. Да, GTA 5 Roleplay, ребята. Roleplay, черт возьми. Мусора, мусора, где? Сука! Где? Мусора, уходим, мусора! Бежим! Ой!
Уходим. Пацаны, по мопедам, быстренько. Быстрее. За мной есть. Быстрее. Давай. Жми, бро. Кто сзади, прикройте меня. Давай, бро. Вон, мусора. Серега, живи.